141 котельная государственного унитарного предприятия «Севтеплоэнерго» готова к отопительному сезону. Работы шли на протяжении всего года. Были приведены в порядок 630 километров сетей, капитально отремонтировано оборудование, запущены в эксплуатацию новые подстанции по две в Гагаринском районе и на улице Розы Люксембург, а также одна на Микензевых горах. Сейчас котельные проходят последние комплексные испытания. Пока все идет в штатном режиме. Чем хороши комплексные опробования, они как раз позволят нам выявить те тонкие места, которые остались и с нашей стороны, и со стороны потребителя. То есть будет время и у нас устранить какие-то, допустим, дефекты, и будет время устранить какие-то там нестандартные ситуации, которые повлезают у управляющей компании. Завершают подготовительные работы к отопительному сезону и управляющие компании. Специалисты провели промывку системы и гидравлические испытания. Около 300 многоквартирных домов Нахимовского района города уже готовы к пуску теплоснабжения на 90%. Вот таких у нас прям ярких примеров, что прям совсем дом не готов, нет. То есть есть и какие-то нюансы возникают, все замечания устраняются быстро, последовательно. Поэтому мы надеемся, что 18 октября у людей будет тепло. Всего в Севастополе более 3000 объектов, подключенных к централизованной системе отопления, из которых около 2500 многоквартирные жилые дома. В этом году в департаменте городского хозяйства обещают учесть ошибки прошлого отопительного сезона. Некоторое время батареи в ряде квартир оставались холодными из-за скопившегося воздуха в расширительных баках. Для решения этой проблемы чиновники ведут диалог с управляющими компаниями и представителями советов домов. Сегодня нужно представителям домовых комитетов, осуществить поквартирный обход, потому что не все, будем так говорить, соседи, да, вот есть расширительные бачки, допустим, на 5-м этаже, которые необходимо развоздушить, да, это идет в рамках подготовки к отопительному сезону, но в тот же самый момент, когда подается горячая вода уже, система ведет себя немножко по-другому, и, соответственно, нужно травить воздух. Вот. И складывается ситуация, что мы просто не можем попасть к соседу, там, к человеку, который проживает на 5-м этаже. Несмотря на то, что официально отопительный сезон стартует уже 18 октября, полностью батареи в квартирах станут горячими в течение недели. Также департамент городского хозяйства запустил горячую линию. Севастопольцы могут сообщить о проблемах, связанных с теплоснабжением, по номерам 1563 или 8 800 777 2019. Также создан чат WhatsApp по номеру +7 978 570 73 85. Яна Ютренюк, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.